Всем привет, ребят! Короче, переустанавливал я у себя Nox полностью, сетапнул его и в итоге, как обычно, попал на гостевой аккаунт. Когда вы только создаете Nox, вы можете знать, что появляются гостевые аки. Ну, первый вход, даже если вы на почту свою подвяжете, скачаете игру, все равно вы зайдете первоначально на гостевой аккаунт. И вот такой вот здесь гостевой аккаунт 10700 самого. Это просто счастье. Сейчас мы тут заролим, посмотрим на него. Но видосик у нас не об этом. Видосик у нас о конкурсах. В общем, начиная с этого видоса, то есть это у вас там будет утро 27 числа, будет ежемесячный конкурс, как обычно, на там на Огника, либо на Розу, либо там на несколько героев. Мы ближе определимся, то есть возможно будет несколько победителей. Я вам буду записывать короткие видосы по мере приближения к концу следующего месяца, то есть где-то розыгрыш будет 29-го основной, ну, в общем, в конце месяца. К этому мы дойдем, то есть будет основной приз. Также будут еженедельные конкурсы, в которых можно будет тоже получить там, возможно, за один пак. Посмотрим, как будут акции на выходных. То есть будет еженеделька, 4 еженедельки, каждые выходные, даже может больше. То есть эти выходные будут там и следующие, и следующие, и следующие конкурсы. То есть не спрашивайте потом, как, что, у вас будет ссылка на этот видос под каждым. Я запилю просто внизу, что надо делать. Расскажу и запилю под видосы, оно будет всегда под видосами. То есть будет еженедельный и будет ежемесячный. Что надо делать? Как обычно, каждый видос у нас еженедельно участвует. То есть начиная с этого, это первый, и все дальше будут отсчитываться через рандомайзер, как мы делали. Я не решил там не заморачиваться. Будем определять еженедельный видос, и с него будем выбирать победителя. Для того, чтобы выиграть, вам надо видосик, если повезет, и вы на тот видос попадете, сделать лайк, ну, репост, лайк, репост, и подписка у вас должна быть открыта на страничке, где репост, я должен увидеть ваши репосты, то есть оно все должно быть не скрыто. Ну и в комменте под видео вы должны написать, как с вами связаться. В общем, вот так вот, ничего сложного. Поэтому все в ваших руках, кто хочет участвовать, кто хочет не участвовать, никого не заставляю. Участвуют все сервера, потому что вечно спрашивают, там iOS участвует, да, iOS участвует, Android участвует. Сервер любой выберем, это не проблема. В общем, вот так вот. Поэтому все в ваших руках, всем удачи. Ну а у нас сейчас будет эпичный роллинг. Я думаю, сейчас посмотрим на аккаунт, что это за аккаунт такой. Он не прокачанный первоначальный, то есть тут ничего не качалось, ничего не трогалось. Возможно, это даже где-то и мой аккаунт, я когда-то на него зашел, так его и не из-за обновы получили самики. Так, смотрим. Ну ничего себе! Это огонь, ребятушки, посмотрите, какие герои. Медуза, Рину, Седна. Ну что еще надо, казалось бы, да? Давайте сюда зайдем, посмотрим, что тут есть. Какие-то нуба-герои. Ну, вроде так ничего. Окей, с этим разобрались. Что у нас по акциям сегодня? Ремку, бег продают замедление. Так. Такое, в общем. Что там большой пак? Можно собрать Розалинду. Ну, в общем, вот так. Вот это за смену талантов. За 120 смен вам дадут нормальные плюхи. Так, хорошо, с этим разобрались. Поехали рулить. Давайте по 150 сейчас забьем имбо-героями. Мне интересно просто порулить 10к по 150. Посмотреть, какой все-таки здесь шанс. Сможем ли мы выбить? Не, я не буду, конечно же, рулить 10 по 150. Это, во-первых, это очень долго и трешово. Так, ну чё, вы не дадите имбу? Да ладно. Так, надо походу ставить, чтобы падало. Бум! Нифига не хотят. Просто тупо не падает ничего. Да где, блин, вы чё, издеваетесь? Начальный аккаунт, Влад Дракула, офигеть. Это называется эпический роллинг, ребят.
Вот как везет без доната на начальном этапе игры. Так, то есть по конкурсу, думаю, вы поняли, будут еженедельные, я буду выбирать там либо на стриме, либо пилить видос. В общем, неважно, буду выбирать рандом, на все как обычно. Я не страдаю, там многие пишут подставы и прочая хрень, пишут, где победители. Ребят, если вы невнимательно следите за каналом, не следите за видосом, вы не знаете, когда происходят розыгрыши. Бывает такое, улыбает, просто сегодня просто был трэш, улыбнули. Утром я закинул видосик победителя онлайн, то есть среди зрителей, которые были на стриме. Видос он дал начальный аккаунт, потому что мы с ним не смогли через ВК, я не смог к нему зайти на аккаунт. Я ему дал аккаунт, точнее он дал аккаунт на английском сервере, попросил там взять ему огника. Взял я там ему огника, все, и там пишут, это твой аккаунт, типа нафига еще донатить, я там не понимаю. Вот самое интересное, что они даже видос не смотрели, потому что в видосе было сказано, что это аккаунт победителя. Потом улыбают комменты, когда розыгрыш там на таланты, там еще на что-то. Ну, я не знаю, как вам еще показывать, рассказывать. Если вы где-то не от мира сего, то, ребят, это ваши проблемы. Я как бы подстраиваться под всех не буду. У меня конкурсы прозрачные, адекватные и настоящие для моих подписчиков, которые смотрят и не релюнубят. Вот так вот. Поэтому все зависит только от вас, от удачи. И я ничего не могу сделать. Я не могу уже там распинаться, рассказывать вам, показывать. Нифига себе! Вот так вот, ребятушки, на начальном аккаунте помимо Рину есть еще и Стрелок. Медуза Седна, это, блин, хоть бери, просто начинай этот аккаунт, привязывай себе к почте и начинай на нем играть. Просто жесть. Просто жесть, ребят. Так, окей, поехали дальше. Еще один Влад Дракула. Надо, походу, бегать почаще в рейды. То есть от вас каждый видосик, начиная с этого, ребят, каждый участвует. Репост, лайк, подписка, открытая страничка, открытые подписки. Ну, все как обычно. Если вы не знаете, как это сделать, зайдите. Есть на канале целый плейлист акций, конкурсы. Вот туда заходите, там смотрите. Я туда скидываю видосики с победителями и с прочим, как это все делается. Тем более уже не один раз снимал и показывал на стриме. Либо ждите там розыгрыша на выходных и уже будете знать, как это оно. Так, окей, поехали дальше. Дракос приходит к нам. Нифига себе. Даже бочка выпала. Тыква, ребята, ну это все. Это просто бери и играй. Просто топовый аккаунт. Асура. Знаете, мне он напоминает чем-то сардельку. На сардельке точно так же где-то плюс-минус герои падали. Так, окей, поехали так ради интереса просмотрим. Смотрите, стрелок. Просто офигеть. Асура. А у меня места не хватает, надо будет посливать. Такс. Даже есть герои с пятым, с доспехом. Нифига себе, посмотрите, какие таланты на героях, офигеть. Это китайка. Третья Асура. Тыква. Пидона только не хватает. И полный трэш состав. Стрелок есть. Просто жесть. Тыква. Стрелок, Рино, Седна. Круто. И это, блин, на 900 силы уже есть опять на 4 или мы, короче, на гостевом аккаунте. Ну, блин, классный аккаунт будет. Ну, я не знаю, может кто-то на него попадет, я надеюсь, и заберет этих героев, потому что герои действительно для начала очень-очень отличные. Все, ребят, пишите комменты,
с этого начиная видосика, лайки, репостики, будут еще отдельные конкурсы. То есть следите внимательно за каналом, не паникуйте, не психуйте. Все победителями стать не могут. Придет ваше время когда-то. Если не придет, значит такая судьба. Повезет не в Castle Clash. Все, всем удачи, всем пока.